Фермерский островок появится в Сургуте. Это магазин, в котором жители и гости города смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей. Все, что сможет найти покупатель на полках, вырастили, собрали и законсервировали в Югре. А именно свежие салаты и грибы, полуфабрикаты и готовые продукции из мяса и дикоросов. Добавлю, что все товары отличаются высоким качеством. Они не имеют дополнительных добавок, консервантов и химических составов. Фермерский островок расположился внутри сетевого магазина по улице Лермонтова, 9А, и распахнет свои двери для югорчан 1 ноября.